Главный врач районной больницы номер 2 Андрей Фадеев несколько месяцев в должности, но уже видны результаты работы. Одной из первых задач для руководителя стало решение проблемы педиатрического отделения, которое задыхалось от наплыва пациентов. Значит, нами в отделении педиатрии была произведена перепланировка. Мы добавили 3 кабинета. Это связано с тем, что мы приняли на работу 2 врачей-педиатров. Тем самым мы сейчас укомплектованы на 100%. А для наших 7224 ребенка у нас сейчас есть все условия для их, так скажем, лечения и профосмотров. Мы в данном отделении проводим вакцинацию, профосмотры, диспансеризацию детей. Также, кроме того, что у нас добавились помещения, мы сделали полноценное картохранилище, что позволило нам сделать регистратуру по типу Open Space. То есть у нас сейчас отдельно стоит регистратор с ноутбуком, который записывает пациентов, а при необходимости находит картохранилище и, соответственно, подбирает карты. В кратчайшие сроки проведен ремонт в отделении, расширена площадь входной зоны, добавлены кабинеты. Все это сделано в первую очередь для удобства маленьких пациентов и их родителей. Самое главное для нас оценка – это оценка наших маленьких посетителей, наших пациентов, их родителей, их мам. И мы действительно получили отзывы, которые говорят о том, что да, им нравится. Было, как стало. Вот это вот разительные изменения, они им понравились. В ходе ремонта, в ходе вот тех изменений, которые мы сделали, мы, конечно, с ними советовались, держали обратную связь. Поэтому здесь появился и дежурный администратор, и открытая регистратура. Это телевизор с просмотром мультфильма. Это обязательно наша большая совместная работа, которая даст результат. В отделении работают 6 врачей-педиатров, двое из которых были приняты на работу недавно. Теперь здесь нет очередей и изнывающих от ожидания детей. Сейчас, конечно, стала площадь немножко побольше. Доктора пришли новые. У нас здесь было всего 2 доктора. Сейчас пришло еще 2 доктора. Поэтому нам тут стало веселей. И веселее, и больше места, естественно. Также в холле появился телевизор, где показывают мультфильмы для детей. Есть игровая зона. Пока малыши отдыхают, родители могут выписать рецепт, зарегистрироваться на прием к врачу у администратора. В педиатрическом отделении проводятся профилактические осмотры, консультации и вакцинация детей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».